Адвокаты Джохара Царнаева, одного из подозреваемых в организации взрывов на бостонском марафоне, сегодня провели встречу с федеральными прокурорами. Представители стороны защиты должны выяснить, собирается ли гособвинение требовать для Царнаева смертной казни. В связи с высоким приоритетом этого дела решение о возможной исключительной мере наказания будет принимать генеральный прокурор США Эрик Холдер. Напомним, Джохара Царнаева будут судить согласно федеральным законам по обвинению в организации и осуществлении взрывов самодельных бомб на финишной прямой ежегодного бостонского марафона 15 апреля этого года. Тогда погибли 3 человека, более 200 получили ранения. Многим пострадавшим потребовалась ампутация. Старший брат Джохара Тамерлан был убит в ходе перестрелки с полицией 18 апреля, а самого Джохара удалось арестовать живым на следующий день.